Неформальный день открытых дверей для желающих обучаться по программе «Капитаны России» организовали в воскресенье. Ребятам самое время привыкать проводить свободное время в стенах университета в компании одногруппников и кураторов. Пары у будущих студентов будут начинаться в 6:30 утра с тренировок по карате и продолжаться до самого вечера на теоретических и практических занятиях. Об этих и других особенностях программы нам рассказал руководитель представительства программы в Севастополе Алексей Блюдин. У нас образовательная программа предпринимательская, да, мы воспитываем людей, прокачиваем в них компетенции предпринимателей, учим их зарабатывать деньги, да, и вовлекаем их в активную среду, в активную жизненную позицию, чтобы они развивались и учились. До полудня студенты будут слушать лекции профессоров филиала в соответствии со стандартной программой менеджера организации, а после осваивать практику по специальным модулям, разработанным профессорами головного вуза, бизнесменами и предпринимателями. Еще на первом курсе участники программы создают бизнес-проекты, которые будут развивать и совершенствовать на протяжении всего времени обучения. Для поддержки проектов создан инвестиционный фонд «Капитаны». Это достаточно новая и инновационная программа, и плюс ко всему это одна из самых лучших бизнес, так сказать, программ, которые есть в Российской Федерации. И поэтому хочу стать будущим предпринимателем. Уже есть какие-то планы, идеи, которые собираетесь развивать? Да, конечно, у меня есть у родителей бизнес, поэтому я хочу его продолжать. Все абитуриенты, приглашенные обучаться по программе «Капитаны России», с успехом прошли специальный лагерь и получили сертификаты. Это не только открыло им дорогу к поступлению, но и дало возможность обучаться вдвое дешевле. Чтобы сохранять эту скидку на протяжении всего периода обучения, студентам необходимо сдавать сессии без задолженностей. Екатерина Смирнова получила заслуженный сертификат и готовится к поступлению. Самое главное – не переживать, просто открыть свои качества, познакомиться с ребятами и внимательно выполнять задания, проявлять себя. И в таком случае вы будете безусловными лидерами. Заключительный лагерь для абитуриентов пройдет с 13 по 15 июня. Подать заявку и узнать о подробностях можно на официальном сайте университета. София Дроговоз, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.